они переводят световую энергию в тепловую. Они бывают разные по составу. Они проникают в кожу немножко глубже. Частично они поглощают, частично они отражают. В принципе, все же важно. Всем добрый день. Меня зовут Егорова Ирина Викторовна. Я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. Сегодня мы поговорим об отличиях физических фильтров ультрафиолетовых и химических. Еще их называют органические, то есть химические фильтры, и минеральные, то есть физические фильтры. С физическими фильтрами все просто. Их всего два, как правило, используются в солнцезащитных средствах. И это диоксид титана и оксид цинка. Отличаться они друг от друга могут только степенью помола, то есть бывает более мелкий помол, микронизированные фильтры и нанофильтры, которые еще меньше 100 нанометров размером молекулы, размером частицы. И фильтры обычные, то есть обычного помола. Как правило, чем крупнее помол, тем больше средства с физическими фильтрами выбеливает кожу. Чем меньше помол, тем оно лучше распределяется, впитывается и не выбеливает кожу. Выбеливание порой маскируют тоном, то есть тональные средства могут содержать более крупные частицы физических фильтров, но при этом не выглядеть на лице белой маской. Что касается химических фильтров, здесь немножко сложнее. Они бывают разные по составу, по своей химической структуре. Они проникают в кожу немножко глубже, то есть они внедряются в роговой слой. Чтобы им подействовать, им нужно туда внедриться. Поэтому, в отличие от физических фильтров или средств, которые содержат только физические или минеральные ультрафиолетовые фильтры, средства с химическими фильтрами желательно наносить как минимум за полчаса до выхода на солнце, чтобы они успели внедриться и, соответственно, приготовиться нас защищать. Как защищают физические фильтры? Частично они поглощают солнечные лучи, и частично они их отражают. Отражают они их по принципу зеркала, не давая воздействовать на нашу кожу и вызывать негативные явления. Химические фильтры, они переводят световую энергию в тепловую и таким образом защищают нас. В чем различие основное? Средства с химическими фильтрами, как мы знаем, имеют определенный ресурс. Их нужно обновлять каждые 2-3 часа. С чем это связано? Это связано с тем, что как раз за это время химические фильтры могут уже окислиться. И мало того, что не защищать кожу от ультрафиолета, а еще и вместо антиоксидантной функции становиться прооксидантными. То есть окислившийся химический фильтр будет, наоборот, повреждать эпидермис. Поэтому их желательно обновлять, причем обновлять, смывая или снимая с кожи мицеллярным лосьоном и тоником в идеале. Если же средство у вас содержит только минеральные фильтры, только диоксид титана или оксид цинка или их комплекс, у них тоже есть, конечно же, свой ресурс защиты, плюс они смываются, конечно, стираются с кожи с потом, с выделением секрета сальных желез, и поэтому их тоже нужно обновлять, но их можно наносить друг на друга, то есть послойно. Что касается защиты от, собственно, ультрафиолетовых лучей. Мы знаем, что есть ультрафиолетовые лучи типа А и типа Б. То есть ультрафиолетовые лучи типа А, то есть UVA, они отвечают, если можно так выразиться, за повреждение ДНК клеток. Они проникают в том числе через стекло. Они более глубоко проникают в кожу, достаточно опасны. UVB лучи, они имеют длину волны, соответственно, от 320 до 400 нанометров. Они воздействуют на кожу более поверхностно, но они как раз виноваты в том, что возникает эритема, ожог. После этого возникает пигментация, они тоже достаточно сильно повреждают кожу и тоже могут поучаствовать в образовании таких страшных последствий ультрафиолетового облучения, как, например, рак кожи и меланома. Что касается ультрафиолетовых фильтров органических, они, в отличие от физических, которые, в общем-то, защищают от всех типов излучения, они могут либо защищать от обоих типов излучения, а могут от какого-то одного, допустим, UVA или UVB. Рассмотрим, например, некоторые фильтры такие достаточно популярные. Например, известный фильтр этилсилметоксициномат защищает от UVB излучения. Да, он у нас есть тоже и в мультипротекторе, и в праймере антиоксидантом. Может встретиться в литературе, например, упоминание, что он чем-то вреден. Да, на самом деле больше вреден он, к сожалению, для фауны
морей и океанов, то есть для кораллов, например, если в большой концентрации он присутствует в воде, для человека он не так сильно вреден, потому что в разрешенной концентрации, в которой его используют, как правило, до 7%, он не способен проникнуть как-то глубоко, всосаться в системный кровоток или как-то повредить человеку. Другое дело, конечно, что, допустим, какие-то недорогие средства солнцезащитные, они могут содержать, допустим, один или два фильтра. И тогда это вынуждает производителя класть их в значительно больше концентрации, которая потенциально может вызвать аллергию или раздражение кожи. Если же фильтров в средстве присутствует достаточно много, ну, тоже зависит от того, какой уровень SPF мы предполагаем, то повредить такое количество фильтров, большое количество фильтров, но каждый из них лежит в достаточно маленькой концентрации, не может навредить так, как если бы лежал какой-то один в большой концентрации. Вот этот момент очень важен. Какие фильтры еще встречаются химически? Например, фильтры, которые имеют защиту и от UVA, и от UVB излучения. Ну, такой пример, известный фильтр Тинасорб-М, который на самом деле, являясь химическим фильтром, то есть органическим, он проявляет свойства и физического фильтра. То есть за счет того, что он содержит частички как бы микропигмента, он и рассеивает, и поглощает, и отражает немножечко лучи. Это такой, ну, скажем так, современный продвинутый фильтр. Он у нас есть, кстати, в мультипротекторе нашем SPF 50+. И вот он такой как бы комплексный, несмотря на то, что он не физический. То есть, если посмотреть на состав ультрафиолетовых фильтров хороших солнцезащитных средств, то там будет либо комплекс химический плюс физический, либо там будет, например, если это текстура прозрачная, как у праймера, только химические фильтры. Если же нам нужно средство, которое можно использовать, например, с нуля для маленьких деток, до 3 лет, то лучше предпочесть средства, которые сделаны только на физических фильтрах, которые, собственно, будут располагаться на поверхности эпидермиса, отражать солнечные лучи, и меньше шансов вызвать какие-то негативные явления со стороны детской кожи. Это же правило относится к тем людям, у которых есть какие-то проблемы с чувствительностью кожи, очень сильные проблемы, я имею в виду розация, обострение, поврежденная кожа, кожа поврежденная, допустим, какой-то травмированной кожи, да, тогда, пока кожа не зажила, достаточно будет ее защищать фильтрами физическими, ну и как-то пережить тот момент, что большинство таких средств выглядит на лице как выбеливающая такая белая маска, но зато это будет для поврежденной кожи более безопасно. Как только кожа эти повреждения заживила, для этого можно использовать гель-интенсив регенерацию, то можно перейти на комплексные составы. Есть фильтры, скажем так, более, ну, можно сказать, старых поколений, да, такие как, например, авобензон, октокрилен, то есть более нестабильные фильтры. Авобензон, например, это нестабильный считается фильтр, но опять-таки все зависит от формулы. То есть если у вас в средстве один авобензон, да, он развалится, не будет защищать его от солнца. Если же к авобензону добавлен, например, октокрилен, добавлен антиоксидант тиногар ТТ, как, например, в нашем креме для комбинированной кожи SPF 15, и плюс сам уровень SPF невысокий, то есть это городское средство, можно сказать, такой как бы вариант, не пляжный, то замечательно эти фильтры работают, плюс они, скажем так, не такие дорогие, например, и нет смысла, например, в средства с SPF 8, 10 или 15 класть, допустим, тот же самый Тинасорб-М или Тинасорб-С. Поэтому этикетки советую читать, смотреть, но при этом не быть подверженным мифам, страшилкам и так далее, которые, в общем-то, разбирают отдельно фильтры, но не видят всей формулы средства, которым защищает свою кожу. Есть однозначно, скажем так, черный список фильтров, которые уже, так сказать, изжили себя, они нестабильны, у них большой потенциал аллергии, раздражений даже в небольшой концентрации. В первую очередь это фильтры бензофенонового ряда, то есть бензофенон 3, 4, 8, фильтры на основе, например, актилсалицилат, да, которые тоже, особенно в большой концентрации, обладают раздражающим действием. Поэтому этих фильтров я бы, конечно, постаралась избежать. Таким образом, если обобщить, чувствительная кожа, младенческая кожа, очень чувствительная кожа и младенческая кожа, лучше предпочесть физические фильтры. Всем остальным хорошо подходят комплексные препараты. И надо понимать, что если у вас в составе есть химические фильтры, наносим за полчаса до выхода на улицу. Если только физические можно наносить, наслаивать друг на друга,
и наносить сразу, как вы вышли на улицу, и в том числе обновлять на пляже, например. И, в общем, если такие правила учитывать, да, такие моменты, то кожа будет максимально защищена от солнца. И не забывайте про физическую, механическую защиту, которая, собственно, необходима, если мы в опасные часы находимся на улице. Это шляпы, крупные очки, бейсболки. То есть это защита при помощи средств механических, да, то есть головные уборы и солнцезащитная одежда.